Ну что, господа хорошие, погнали, это Mortal Kombat 11. Это два Джонни, которые друг другу хотят навалять. Один из прошлого, один из настоящего. Ты что, офигел, что ли? Я не очень понял, что ты хотел сделать. Я не понял тебя, братан. Блин, я забыл, там же... Я думал, там какая-то взаимо... Ни хрена. Я хотел там взаимодействие сделать. Давай, иди сюда. Да не в таком смысле-то. Хорош, хорош, красиво, красава. А второй раз не дается, видишь, зараза. Красавчик. Что-то Джонни какой-то затупный. Как он улетел, а. Так, что-то там сработало, по-моему, даже. Иди сюда. В начале боя он сразу дает себя ударить, это хорошо. Это охрененно, я бы сказал. Ты охренел, что ли, падла, блядь? Иди сюда. Самые классические обычные удары, без каких-то супер таких невероятных вещей. Вот. Можно вот так сделать. Ах ты, сука. У него Fatal Blow, видишь, он может юзнуть его. А мы сделали вот так. Нам дали очки, кстати. Старикан только что надрал тебе задницу. Тебе просто повезло. Что? Ты оставила меня умирать. Не поняла? Моя последняя миссия. Но как ты? Черт. Нет, я не собираюсь этого делать. Не сейчас, не с тобой. Проклятие, Кэсси, ты бросила меня? Чтобы спасти отряд. Таков был приказ. Кто, черт возьми, отдал тебе этот приказ? Ты. Прочтите отчет до конца, лейтенант. Перейти на красный уровень тревоги. Живо. Нас атакуют, повторяю, нас атакуют. А то и ата, верно? Следуй за мной. Это просто чумовая пятница. Они попали нам в лицо, Джонни. Нам в лицо, ты понимаешь? Из-за него нас убьют. Забавный способ сказать «здорово, приятель».
Я пытался сказать «прощайте». Как случилось, что такой милый техасский мальчик, как Эрл Блэк, оказался в одной постели с черным драконом? Старый, ты работаешь на Кутылькана. Когда я выбираю сторону, это сторона победителя. Всегда. Так, старый Джонни у нас дерется. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Ты охренел, что ли, блядь? Сюда пошел. Ну, Эрл Блэк мне как персонаж всегда нравился. Еще в мобильной Mortal Kombat. Стоять, сучка. Блин, хороший был бы прием, кстати. Вот сам на своих взрывчатках и подрывайся, пидор. Вот. Питер. Эй, Питер Пон. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да ты издеваешься, что ли? О, вот это уже интересно. Давай. Прямо надрели его. Блять, мы ему бошку просверлили. После этого никто не выжил бы. Прям по яйцам. В этом есть Джонни. Что это, блять, было? Слышь, козлодой. Какого хера вообще? Ай, блин, тоже с ногами классный был прием. А Джонни ничего так. Я не знаю, что он хотел сделать, но это красиво. О, видишь, вот комбо пошли. Блин, вот сверху, кстати, тоже ничего так. Больше без какой-либо магии, да? Без суперспецэффектов. Чисто так, знаешь, по-мужски, по-старому, вот по-пестерновски. Опять подорвался до своей херни. Ты не заманал меня, нет? Брательник. Эрон, Эрон. Твой выбор неудачен. Вот и все. Касси! Соня! Дыши, малыш. Они забрали маму, Соню. Я спасу ее. Мы можем узнать, куда они направились? Ангар Б. Понял. Береги ее. Уведите ее. Я тоже так могу! Пришлите другую машину для эвакуации.
Оловянная башка. Не продержишься так долго, что твои дружки тебя спасут. Джонни Кейдж, Сайрекс победил тебя, когда ты был моложе и сильнее. Поскольку я более совершенный, чем он, то я готов. Ты забываешь, что я победил Шинака, тет-а-тет. Ой, погоди-ка. Ты же был мертв, когда это случилось. Так, ну что, погнали. Опа, хорош, респект за удар. Респект за первый. Ох ты ж, охуенчик сейчас будет. Ну что, оловянная башка, дай пирожка. Сильно. Это было сильное заявление. Воу, мы так не договаривались, ублюдок. Ты что, охренел, что ли? Ты попутал, я тебя сейчас одними этими апперкотиками заебушу. Сломаем тебе руку. Сломаем тебе не только руку. Иди сюда. Вот это было красиво. Он практически нам ничего не сделал, но мы порвали его как тузик грелку. Оловянная башка. Слушай, а мне нравится, ты знаешь, без всяких жести, но Джоник творит чудеса прям. Ай! Твою мать, сиди сюда. Он слабый, ну реально, ну сектор что-то ни о чем. Старается, но у него не особо выходит. Джонни его выделывает даже в своем возрасте. Да блять. Нет, смотри, что-то пытается. Видишь, мы ему дали фору, нормально. Для первого раза хорошо. Пусть порадуется, пусть войдет во вкус. Сейчас пойдет пиздос, разнос. Тихо, тихо. Не успел. Ах ты ж сукин, ты сын, мать твою. Ты ведешь себя как сын маминой подруги. Хорош. Я думаю, что шансы завалить его у нас определенно есть. Ай, зараза. Блять, только хотел... Нет, я вырвался, вот это правильно. Шансы были вырваться, и мы ими воспользовались. Смотри, 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 что делает. Смотри, что творит, ублюдок, блядь. Ты охренел, что ли, подлюка? На, сука. Фух, я уже боялся, что он вырубит. Отправляйся обратно в 90-е, ублюдок. Кто следующий? Who's next? Классическая фраза из Мартухи. Я следующий, Голливуд. Ай, мать. Пизды прям яйца, если там у тебя что-то есть хотя бы. Но мне кажется, у Кана мало там чего-то хорошего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот дерьмо. Будто винтажного меня было недостаточно. О, становится только хуже. Соня и твоя маленькая девочка. Они умрут прямо у тебя на глазах. Мы даже не успели ничего сделать. Как-то мало было экшена, нет? Кана, ебаный свет. Ты че, родной? Попутал, что ли, берега, блядь? У нас еще порох в пороховницах, как бы не это самое. И Херон и плюется, блядь, и бросается. Говнюк, ебать. Так. Вот это красиво. Вот такое тройное, а, комбушка такая. Вот это больновато. Ну, красиво, кстати. Блин, просрал, просрал, просто просрал, как... Ай, как лолка. Просто как лолка. А ведь было два момента, мы были и позади, и спереди, и сзади. Ну да. Ну, допустим. Смотри, он там кого-то схавал даже. Фу, блядь. Ты гадкий чувак. Ах, сучоныш. Вот, наконец-то, более-менее сильный противник. Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Нихера. Давай в кактус прям, ублюдок. Вот так вот. Ему явно это не понравилось. Я же блок поставил, сука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-я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 й. Красавчик. Ну, это 1-1. Это у нас... Да, Оскаром по еблу, правильно?
Я звезда. Я мегазвезда. О-о-о-о, в табло так мегазвезды не должны получать. Блин, Кана серьезно, слушай. Прямо серьезли. Я же... Я не понял, алло. Гараж, блядь. На, сука. Ты охренел, что ли, ублюдок? На. Я же... Как это... Лежать, блядь. Ай. Иди сюда. Поломать-то мы его поломаем. Но не факт, что с этого раза. Блядский ты ублюдок. Иди сюда. Вырвался, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, вроде как добили этого сукиного сына. Получили вроде неплохие ништяки. Никто не смеет угрожать моей семье, ублюдок. Но это был сильный чувак, могу сказать. А вот же ж твою-то мать. А, боже. Старый Кана подоспел. Так-так. У нас тут полный обмен поколениями. Не думаю. Ниндзя Мим и Леди Свобода. У нас есть рычаги давления. Мы уходим. Кабал, займись моей худшей половиной. А база? Я уже позаботился. Касси, не надо. Давайте вытащим их оттуда. Кто-нибудь еще слышит это пиканье? Я не опоздал. Ты вернулся в самый подходящий момент. Вот это я называю настоящим чудом. Да, Рейден, спасибо. Великий мастер Хасаши, я покорно прошу гостеприимства клана Сирайрю. Мой небесный храм больше не безопасен. Сейчас для нас нет более надежного места. Лорд Рейден, добро пожаловать в Огненный сад. Старшие боги исчезли? Шинок сын Кроники? Неудивительно, что она послала черного дракона за мной и моим отцом. Мы оба надрали ему задницу. Кроникой движет не возмездие,
Она перезапускает историю, чтобы сбалансировать свет и тьму во всех мирах. Что мы можем сделать, лорд Рейден? Собрать все силы земного царства. Но все это будет напрасно, если война Кутальканы, воины не смогут примкнуть к нам. Центурион сообщила мне, что Шао Кан схватил Кутулькана. Мы обязаны освободить его любой ценой. Я и Кун Лао пойдем вместе. Мы встретимся с принцессой Киданой. Спасибо вам обоим. Да защитят вас старшие бо... Возвращайтесь с победой. Ты очень настойчива, принцесса Китана. Но меня это не убедило. Королева Шива, разве ваши люди не жили лучше при Кутулькане, чем при Шао Кане? В какой-то степени, глава 7. Но остается только догадываться, какой Кан одержит победу в этой борьбе. Выбирая сторону сейчас, мы не получаем ничего хорошего. Принцесса. Лю Кан, зачем вы здесь? Таркатаны схватили Кутулькана. Мы должны действовать быстро, пока его не казнили. Мои люди не собираются спасать Кана, закованного в цепи. У нас есть поддержка земного царства, ваше величество. С вашими силами мы гарантируем победу. Без поддержки Таркатан вам не победить. Если удастся склонить их на сторону Кутулькана, то присоединиться к ним будет в наших интересах. Я вернусь, королева Шива, с Таркатанами на нашей стороне. Вместе мы сразимся с Шао Каном. Почему тебя так сильно интересует кровь Джейд Скарлетт? Кровь жителей Эды не очень приятна на вкус, ваше величество. К тому же это достаточно редкий товар. Куда они его везут? В Колизей, без сомнений. Тогда нужно атаковать прямо сейчас. Мы никогда не сможем склонить Бараку на сторону Котеля, если перейдем в наступление. Сначала мы должны переманить Бараку. Таркатаны не захотят нас слушать. Их первым инстинктом будет атаковать. Не говоря уже о Джейд. При малейших признаках опасности они могут просто убить ее. У меня есть идея. Кто здесь за главного? Неплохая маскировка. Нормальненько так. Почти готово. Настало время пировать. Принцесса Китана? Наш подарок для Шао Кана. Мы хотим присоединить его к борьбе против Котеля. Все эти годы великая и могущественная дочь Кана. Теперь схвачена простыми солдатами. Ты наконец-то поняла, что ничуть не лучше остальных. Она дар для Шао Кана. Мы требуем встречи с Баракой. Ты ни с кем уже не встретишься, Лю Кан. Нор-Арка! Взять их! Ни хрена, махач. Эта глава у нас за кита. В этой серии мы проходим сразу две главы. У нас был Джонни Кейдж. Ну а сейчас Китана.
Это должно быть интересно. Ты предала своего отца, Китана. Я стала дочерью Шао Кана только после завоевания. Он захватил Эденью у ее законного правителя, отца, которого и никогда не знала. Потому что твой народ и твоя кровь были слабы. Ну что, Китанка вроде хорошо дерется, насколько я помню. Опа! Ты охренела, мать? Сейчас получишь, блин. Тихо. Кровавая Скарлетт. Ай-яй-яй. Иди сюда. Это было красиво. А как тебе такой расклад? Воу! Блин, это больно. Наверное. Даже знать не хочу. Да иди ты нахрен, блядь. Вот. Классика жанра просто. Просто подрезали как сучку. Падает в отключке. Оп. Вот такой прием есть. Но это ж Китана. Китана плохо драться не может априори, поэтому... Поэтому вот как-то так. Еще Джейд чпоник делает красиво. Видишь, два раза подряд. Оп-оп-оп-оп, тихо. Не, не в этой жизни, сука. Ай, блядский ты, son of a bitches. Тихо. О, но она не попала. Видишь, блок поставила. Воу-воу-воу. Херово. Вот. А теперь получилось. Красиво, да? Мне тоже нравится. Мне тоже доставляет такой прием. Сила — это нечто большее, чем просто завоевание, Скарлетт. На полпути нам даже чью дали. Как и требовалось, никаких жертв. Джейд, с тобой все в порядке? Мы должны найти Бараку, чтобы спасти Котеля. Барака к нам не присоединится. Ненависть Котелькана красит Аркатан слишком сильна. Если бы я не остановила его, то Котель казнил бы их всех. Да, он ясно выразил свои намерения. Барака, пожалуйста, послушай. Больше Таркатанам не нужно умирать. Котелькан угрожает всей расе Таркатан. В новой эре будет править Шао Кан. Ну, давай покажем, кто у нас где будет править. А, блин. Вот это красиво. Вот это просто, просто. Это было просто найс. Ай. Ай. Ну, что-то Барака вообще ни разу не Барака, блядь. Чё он пытался сделать? Ты что творишь, мать твою? А это не легкий уровень, кстати. Это просто кажется так, что просто. А? А? Готово. Ах ты ж собака, блин. Классный прием, кстати, с ноги. Может попробовать еще вот так вот сделать? Ай, сучёныш. Я хотел этой штукой жахнуть. Типа, кто первый, того и тапочки. Хо-хо-хо, как дикобраз. Это прям дикобразная тема. Чё-то у Китана как-то здоровец не особо много. Охренел, что ли, ублюдок, блядь. Ай, сука. Ладно, зато посмотрим на Барак. Он Барака был, по-моему. В вебке Барака у нас был. Да, здесь он может добить нас. Словил? Ни хрена себе. Да сука такая. Ну там один удар оставался. Давай, дерись, бля. Вот, вот такой вот диалог получается. 1-1. Сейчас ты у меня, блядь, зубатый хер получишь. Вот так вот. Воу. Ах, сука. Еще разочек. Вот такой. Вот приемчик, блин, не доделали мы до конца с тобой. Ты охренел, что ли? Так, этому придает сил, но мы должны сейчас блоки по себе сделать. Вот. Красиво. Красиво, но он тоже неплохо. Вот так вот.
иди сюда. Сюда пошел, сучоныш. Вот и все. Вот и Бараке конец. Послушай меня, Барака. Я говорю правду. Джейд, Люкан, Кун Лао, остановитесь. Стойте! Прекратите бойню! Говори, ты заслужила этот шанс. Шао Кан стравливал народы внешнего мира на протяжении тысячелетий. Ради чего? Ради чести умереть в его войне? Мы должны сражаться друг за друга, Барака, а не друг с другом. Готаль хочет нашей смерти. Он сказал мне это прямо в лицо. Помоги нам. Я прослежу, чтобы ты по праву сидел рядом с Готалем. Что ты предпочитаешь, Барака? Быть рабом Шао Кана или верным союзником Готаль Кана? Мы никогда не делали Таркатану такого предложения. Но это твои слова, не его. Помоги мне спасти Готаль Кана. Мы попросим его вместе. Если он предложит меньше, я перережу ему горло. Если он предложит меньше, Барака, я помогу тебе это сделать. Вы слишком долго страдали от рук этого самозванца. Но я верну и спасу вас от его безумия. Только я могу восстановить Империю. Все миры будут дрожать передо мной. Внешний мир опять станет родиной завоевателей, а не завоеванных. Шао Кан, все кричат. Вовремя. Вот сейчас будет пиздилка тут. Вот это будет махач. Там даже Шива, по-моему. Если я правильно понял, там была Шива. Да, вон справа. Зачем вы скрывали эту смелость? Китана, если бы ты проявила ее раньше, я бы не нуждался в Мелине. Моя сестра была нечестивым монстром. В точности, как ты, отец. Неблагодарная Мегера. Отказываешься от привилегий, с которыми ты родилась. Кто ты, блядь, такой вообще, чтобы судить меня? Ты не знала холода и голода, если бы ты пережила это. Ты ценила бы дары, которые Шао Кан преподносил тебе. Коллектор, мы с ним уже дрались. Правда, за другого перса? Нифига. Ты охренел, что ли, подруга, блядь? Не делай так больше. Оп, хорош. А как тебе такой расклад? Вот так вот тебе. Коллектор, хуектор, блядь. Сейчас мы тебе покажем. Ты что делаешь? Фри, охуренел, что ли? Вот, вот и коллектор. Ай. Хотел какой-то эпичный приемчик вот такого типа сделать. Можно было и не делать. Ха-ха, заблочили ему. Fatal Blow. Нормально, да? Он бы не убил, конечно, меня, но шансы были бы. Очень большие. Сука, такой красивый прием заблочить. Только гнида может типа коллектора. А? Сучонок. На тебе, сука. Щитом по таблу тебя. Оп. Снизу всегда кайфово. Снизу это всегда красиво. Ты охренел. Пес, ты что делаешь, блядь? Мы так не договаривались. Ты что творишь? Смотри, разыгрался, смотрю, блядь.
Алло, алло, гараж, блядь. Стоп, ублюдыш. На, сука. Тебе, блядь, мало не казалось? А то возомнил себя тут королем, блядь. О, да. Всё. Там даже птичка прозрела на заднем фоне. Радуйся, что все еще дышишь. Он же поломал ему хребет нахрен. Сдавайся или пожалеешь. Сдаться прямо перед своей победой. Ты такая же слабоумная, как Джаред. Король Джаред. Мой настоящий отец, которого ты убил, а потом выкрал меня. Мне нужна была лишь жена Джареда, а не его наследница. Я оставил тебя только для того, чтобы успокоить твою мать. На этот раз не жди милосердия. Давай посмотрим. Шоукан, я помню, в девятке, по-моему, вообще финальный босс был. Проверим сейчас, насколько ты охуенный чел. Оп, не факт, что мы его с первого раза убьем, но посмотрим. Красиво. Уи-уи, что ты завыл-то, блядь? Какой здоровый, смотри. Куталькан, блядь, куталькан. Рука, тихо. Смотри, сейчас будет красиво. Иди сюда. Ой, больно. Сука. Пока ты там насмехался, я почти тебя добил. Ой. Больно. Спокойно. Первый раз мы победили. Ай, хотел со второго раза зайти себе. Не получилось, ничего страшного. Ай. Вот так вот тоже можно. Я как-то аж подзабылся, что мы с тобой играем тут. Хорош, пиздюленька смачная. Слышь, говнюк, блядь, что-то не дерется нихера. Это я говорю, это не простой уровень сложности. Но дерется он как Лалыч. Вот Кана нас вырубил, например, а Шаукан не смог. Я не унаследую твою жестокость. Хорош, красиво так. Она это сделала? Конечно, сделала. Ты что-нибудь чувствуешь? Шаукан искалечил меня. Оставил меня беззащитным. Нет, пока я рядом. Ты не отрекаешься от меня. Даже с моим ожесточенным сердцем. Я знаю твое сердце. Оно может измениться. Все кончено, Котелькан. Трон в безопасности. Благодарю тебя. Барака, Шива. Я плохо обошелся с вашими народами. Все же вы помогли мне. Я никогда этого не забуду. Нам не нужно милосердия. Мы разделим власть над внешним миром. Теперь это зависит только от нее. Что?
Трон принадлежит тебе. Ты объединила внешний мир, Китана-кан. Китана-кан. Теперь она официально вне твоей весовой категории. Я преклоняюсь перед твоим решением, Котель. С этого дня все наши народы будут сражаться как один. Я бы за Шиву поиграл, кстати. Я только помню, над Индией за нее рубили. И, по-моему, она еще была в 9-й Мальтухе. Новости из внешнего мира поистине хорошие, но местонахождение крепости Кроники остается загадкой. Она за пределами миров и, как оказалось, вне поля моего зрения. Ты знаешь о Хароне, Рейден? Харон? Конечно. Кто такой Харон? Хозяин древнего корабля мертвых. Мы с Саб-Зиро встречали его, когда были призраками. Он перемещается в пространстве за пределами миров, привозя проклятые души в преисподнюю. Если крепость находится там, Харон может знать ее местоположение. Захочет ли он помочь? Возможно, но я не уверен. Я прошу вас разузнать это. Мы отправляемся немедленно. Быть под защитой армии внешнего мира — это грандиозно. Но все же я бы чувствовал себя лучше, если бы у нас была другая армия. К нам присоединятся воины Шаолиня, Люкан и Кунлао отправятся туда, чтобы помочь монахам подготовиться. Хорошо. Я тоже скоро покину вас, чтобы спасти Джонни. И я тоже. Мы оба. Нет, ты нужен Рейдун для разведывательной операции. Нам нужно вернуть Соню. Несомненно. Но действия Кроники дают понять, что, хотя она и могущественна, она не всемогущая. Иначе зачем ей пытаться украсть энергию Дзинсэй? Думаешь, она все еще набирается сил? Вполне вероятно. Тогда каков ее следующий шаг? Если фонтан Дзинсэй в гроте дракона недоступен, то самый большой источник энергии земного царства находится в колоде душ, который расположен под островом Шанзуна. Тогда нам лучше проверить это место. Я сожалею, что не могу присоединиться к тебе. Мне необходимо следить за всеми проявлениями вмешательства Кроники в течение времени. У каждого из нас своя судьба. Мне рассказали, что ты победила Шина, как Кассандра Кейдж. Тогда ты легко справишься с такими, как Кана. Но действуй осторожно. Если Джонни или Соня умрут, ты перестанешь существовать. Спасти тебя будет не в моих силах. Глава 8. Бойцовский клуб. Соня Блейд. И здесь мы делаем перерыв. В следующей серии уже продолжим прямо с Соньки Блейд и посмотрим, чем же это все закончится. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Пока-пока.